Здорово, друзья! Как вы знаете, я являюсь активным криптофармером и частенько инвестирую в DeFi проекты, которые обозреваю у себя на канале. И сегодня я хотел бы рассказать о платформе, которая поможет любому фармеру. Данная платформа называется Merlin. И хоть Merlin является и молодым проектом, он запустился только в начале мая этого года, но мне кажется, это один из самых перспективных автоматизаторов доходности на Binance Smart Chain. Как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения доходности. На Merlin мы можем фармить во всех популярных парах с биржи PancakeSwap, как и собственными токенами Cake, так и в пулах с различными альтами и стейблкоинами. Доходность же у Merlin является одной из самых высоких на рынке PancakeSwap среди всех автоматизаторов. Потому что помимо системы автокомпаундинга, на которой строятся все подобные протоколы, Merlin повышает доходность своих фармеров еще и за счет выплат собственного токена управления Merl. Собственно, это наглядно видно, если развернуть вкладку с подробной информацией о любом пуле фарминга на Merlin. Возьмем для примера пул CakeBNB. Его доходность Merlin составляет 100-105% годовых. Из них 55% наград идет с основного пула PancakeSwap путем автоматического компаундинга Cake в еще большее количество LP токенов, а еще примерно 50% наград получается за счет дополнительных выплат токенов Merl. И это еще не считая другого вида пулов, которые есть в Merlin. Это так называемые пулы Cake Maximizer. Их фишка заключается в том, что токены Cake, получаемые в награду от PancakeSwap, тут реинвестируются не в LP токены, а помещаются в пул автостейкинга на PancakeSwap. Таким образом, доходность получается еще выше. Например, фарминг тех же LP токенов CakeBNB в пуле Cake Maximizer на Merlin позволяет получать доход уже в 120% годовых. И при этом всем сами токены Merlin также имеют определенную ценность. Ведь их можно отправить в стейкинг на Merlin и получать за это дополнительные награды. Причем, что круто, награды тут платятся не в самих же токенах Merl, а в биткоине, эфириуме и BNB. Это возможно за счет системы генерации прибыли в Merlin, о которой я, возможно, расскажу как-нибудь в другом видео. Но суть такова, что стейкая токены Merl, вы можете получать в награду другие монеты на свой выбор. Хоть биток, хоть эфир, хоть BNB. Причем доходность в этих пулах сейчас крайне высокая. В районе 500% годовых. В будущем она должна будет снизиться из-за большей конкуренции стейкеров на Merlin. Так что успевайте залететь в такой выгодный стейкинг, пока есть такая возможность. Более же подробную информацию вы сможете узнать на их официальном сайте, ссылки на который я оставлю, конечно же, в описании под этим видео. А также, возможно, я сниму еще парочку видео о данном проекте, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Покедова!